До вашої уваги головний тренер команди «Заря» Юрій Миколайович Вернедуб. Юрій Миколайович, будь ласка, ваші коментарі по сьогоднішній грі. Коментувати особо нічого. Проіграли ми по грі. Я вважаю, заслужена перемога «Динамо Київ». З чим я їх і поздравляю. Нам дуже потрібно було хоча б не проіграти. Тому що я узнав, що проіграли «Металург» Донецький і «Ворск». Тоді у нас був би шанс зайняти шосте місце, так як у нас краща різниця попасти в заветну Євролігу. Ну, десь, я думаю, немножко нас не вистачило. Хоча після гри я всім ребятам поблагодарив за цей чемпіонат, за цей сезон. Я вважаю, ми достойно виглядали, пройшли його ровно. Ну, а «Динамо Київ» не часто і інші команди тут обіграють. Тому такий от буде коментар. Єдине, можу сказати, що глядя сейчас на вашу команду, действительно, у вас как воспряли духом ребята, заиграли совсем по-другому. Я думаю, что на правильном пути. И, зная Сергея Реброва как футболиста, я уверен, что у него все получится, как и у главного тренера. Просто уверен в этом. Просто если ваши руководители вашего клуба дадут этот шанс. Просто верю на все 120%. Поэтому чего и желаю Сергею. Щоб у нього відпала приставка його, і він став головним тренером. Будь ласка, ваші запитання. Ну, от, я думаю. Я не вправе комментировать, что было в первом круге, но вы, наверное, все прекрасно видите, как команда играла до этого и как она заиграла после того, когда Сергей стал исполняющим обязанность. Это не то, что я ему там хочу какую-то похвалу, но это действительно так. И те игры, которые вот при нем пошли уже и против Черноморца, и против Ильичевца, и против Шахтера Донецкого, поверьте, это многого стоит. Видно, что человек нашел какие-то слова, смог собрать эту команду в одно целое. Хотя и до этого, поверьте, у вас очень сильная команда, и те исполнители, которые есть у киевского «Динамо», я считаю, это по футболистам одна из сильнейших команд. Все футболисты высокого уровня и класса, все играют за свои сборные национальные. Поэтому я не знаю, почему было в первом круге так, но вот при Реброве я могу точно сказать, что команда заиграла совсем по-другому. Даже сегодня, глядя на состав, некоторых основных футболистов не было, но было видно, что ребята вышли, все глаза горели, хотя должны были они у нас гореть. Я не могу сказать, что и у нас не горели. Ну, где-то чуть-чуть не хватило, видно, нам пропустили гол, а потом, видно, рассыпались. Поэтому еще раз скажу, что пусть об этом думают и размышляют ваши руководители. Будь ласка. Юрій Миколайович, ну півроку тому Федерація футболу України отримала листа від УЄФА, що протягом найближчих 3 років «Металург» Донецький усунено від Єврокубків, і це рішення не підлягає оскарженню. Тому, в принципі, 6-е місце, ну ще вам рано засмучуватися, що ви не посіли 7-е місце. Ви цілком ймовірно, що виступатимете в Єврокубках. Чи готова команда до Єврокубків? Я бачу, у вас посмішка з'явилася. Ви знаєте, ну якщо це произойдет, я єдине, це іскренне хочу сказати, що ми ні в коєму случаї, ні я, як головний тренер, ні мої ребята, не хотіли, щоб потім не було розговорів і ні в коєму мірі не желали тому же «Металургу» Донецькому, наоборот, якщо це закляття з них зніметься, пожалуйста, я вважаю, там повинні грати ті команди, які грають по спортивному принципу. Мы хотели именно занять 6-е место по спортивному принципу. Где-то чуть не хватило. Ну, а коль так станет, я надеюсь, что мы сможем достойно показать ту игру, которую мы показывали на протяжении этого сезона. И в первую очередь достойно выступить, показать, что украинский футбол действительно на подъеме. Я думаю, что наш чемпионат, как бы там ни происходило, пропала такая команда, как Кривбас, Арсенал, сейчас еще 2 команды, там Севастополь, Таврия. Но я уверен, что наш чемпионат достаточно сильный. И я думаю, что все равно будет выше лиги выступать 16 команд. Я считаю, нерационально, когда читаешь, вот эксперты там разные, 12 команд. Ну, давайте не будем смешить никого. Я думаю, Украина достаточно хорошая страна, сильная. И
достойно выступать здесь 16 команд, а превращать нашу страну в такие страны, как, допустим, Прибалтия, там играют по 10 команд, я думаю, этого не стоит делать. Мы только в этом потеряем. Вот такой мой ответ будет. Все, дякую. Спасибо большое, еще раз поговорю.